Всем привет, мои дорогие подписчики. Привет из Майами. В Майами вы можете взять курсы каякинга. Вот видите, почти с каждого пляжа предлагают. По-моему, 2-3 часа, и вы уже сами научитесь. Передо мной учили группу людей. Они рассказывают, как правильно грести, чтобы затрачивать меньше сил и быстрее двигаться. Ну, то есть, я бы попробовала. Очень распространенный вид спорта в Майами – каноэ, каяк. Серфинг нет. За серфингом надо ехать в Калифорнию, потому что у нас нет волн. То есть большие волны – это Калифорния, Нью-Йорк. А во Флориде в основном вот так вот. Спокойный океан. Тут пытаются кататься на досках, но все это несерьезно. Вон, по-моему, тоже курсы катания на доске. Но это все не тот вид. Это все несерьезно. Вот в Калифорнии там да. Там такие волны поднимаются. Там так можно накупаться, накататься. Еще катаются на каяке. Тут детишки совсем. Вот наша спасательная будка, зеленый флаг. Посмотрим, как катается на доске. Вот этот вид спорта, он не опасный. Там, если даже перевернет, то в спасательном жилете люди. То есть вот это можно даже трясти. Thank you.
полетел прямо над пляжем. Люди любят ловить рыбу. У меня было видео. Я по этому пирсу прошлась. Ну, всем пока, ребята. Всем тепла и добра.